разминки и растяжки начинается каждое занятие маленьких танцовщиц. Уже более 15 лет Вероника Германовна ведет хореографию в детской школе искусств «Классика». Русский народный, классический, эстрадный – здесь нет ограничений в направлениях. Дети знакомятся и пробуют все виды танцев. Это развивает ребенка, да, в таком широком смысле слова, да, и дает представление о различных видах хореографии, не такой, не узконаправленной. Вот, и главной задачей, конечно, является физическое развитие ребенка. Ну, все родители хотят, особенно девочек, чтобы и осанка была, и красивая походка, и пластика, движение. Как этого достичь, педагог отлично знает. Она росла в творческой семье и с танцем по жизни. Вопрос, кем стать, никогда не возникал. Университет, цирковая карьера балетмейстера, работа учителем танцев. Везде своя специфика, но с детьми есть только одно правило. Занятия с детьми, прежде всего, это любовь к детям. Без этого качества можно даже не начинать заниматься с детьми. Я люблю их, они любят меня. У нас сложилось взаимно. И поэтому мне с ними очень нравится. И тогда результаты не заставят себя ждать. Ежегодные концерты, выступления на конкурсах, победы, а главное – тысячи красочных танцевальных постановок. Танцы рождаются от музыки. Вот, мне кажется, по-другому танец невозможно сочинить. Невозможно встать, начать делать движение, сочинять танец, потом подбирать под движение музыку. Конечно, нет. Сначала музыка, и уже когда я слышу музыку, которая мне нравится, которая мне по душе, и рождается какой-то определенный сразу образ. А потом начинаются усердные тренировки, подготовка костюмов, оттачивание элементов. Чтобы танец получился, необходима большая коллективная работа. Иногда я ошибаюсь в движениях, но моя соседка меня поправляет, говорит: «Катя, запоминай вот это, и больше не делай такие ошибки». Детские результаты – лучшая награда. Танцевать хочет каждый ребенок, и неважно, какие у него природные данные, считает педагог. Его необходимо просто направить, выбрать нужное направление и помочь раскрыть талант. Полина Бахова, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».